Herkese salamlar. Kaldığımız yerden oyunumuza devam edek. Okey. Галанта не соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на 4 года. Bir Galanta aldatmadı, o məni Джон erkən навещал tez меня и как-то buraxmağıma пытался cəhd приносить yaratdı. новости с воли, но выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. İlçxandan sonra yeni həyatla, yeni dünya ilə ne deyim? Yeni dünyada oldu. Okey, türmə həyatına son. Gedək. Yeni həyata başlayaq. Okey, yeni həyata başlayırıq. Aha, neynirsiniz burada? Eş, özünüz bilərsiniz. Katis отсюда. Nəslim katisi olsun burada. Вита! Ты из тюрьмы сбежал? Черт, как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой! Добро пожаловать домой! Заходи, заходи! Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. Ты для меня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. Спасибо. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжат. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку. Ты за рулем. Вспоминаем, привыкай. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Ну знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Ворчишь как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Увидишь. Твоя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Если бы машину götüren gedek. Давай, да, мин gettik. Здорово, что ты вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было, но теперь нам сам черт не брат. Генри давно видел? Окей. Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Так как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Клемент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я сошелся с семьей Фальконе и теперь работаю на них. Правда? Клемент и Алис не Фальконе штирал. Сказал у меня. Клемент и Шерешь сделали, но можешь не спрашивать, все равно не расскажет. О боже. Бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я Gördünüz, и боюсь. Gördünüz, kimdə maşınlar konkret yenilənib. Yəni çək keçib üstünə maşınlar yenilənib. Эй, ты ж на красный проехал. Bilirəm də, gedə tez bazar missiyamızı yerinə yetirə bilirəm. Sorry. Sorry for bothering you. Okay. Getdik. There's no problem. Отлично, мы почти приехали. Anywhere. Тормози тут. Окей, пойди погляди. Верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Birinci... Большое спасибо. Да, и насчет сегодня. Пойдем в серьезное место. Так что купи костюм. Ну вот она. Уверен, вам понравится. Ага. Я сам в такой Маклер, тобой. Инди... Видите, даже телефон есть. Маклер, отличное инди... бесплатное дополнение. Являешься той. Ой, а sorry. Ванны, чистые,
Да, холодильник var, gəşəng. Общо bir evdə nə lazımsa hamısı var. Pəncərə də var. А это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих, даже на троих. И она не скрипит. Нафарик сидит кроваттыр, хатта bir nəfərlik olar. Olar, olar, всё. Надеюсь, вам понравилось ваше. Вопросы задавайте, не стесняйтесь. И сал верю. Только один. Ага. Когда вы уходите? А теперь с вашего разрешения я поеду. Bir sualızlar 8000 deyin, deyirəm var bir dənə, deyir buyur. Bir nə vaxtdır gedəcəksən? Zəhləmi tökmə də, çərənləmə. Çıx yığın, işim gücün var, çıx gedək. A. Şur, qapını bağlayaq, sən get. Başqa kvartiralarım. Elə, biz də çıxaq. 3 də, düş çıxaq gedək. Okay, maşın. Смотри, куда прёт, а? Эй. Okay, maşına minəyə gedək. Növbəti. Oy, 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 oy. Bir özvə təzə paltar alır. Böyük təzə paltar düzsəcə. Təzə paltar alır. Düşək geri özümüzə təzə paltar alaq. Okay. Качество стоит каждого потраченного цента. Köynə istəmirəm, kurtka da. Eşin hava var. Ulçu qara rəngə alaq. Приятель, хватит, а? Okay, biz heç kim görmədi. Pul da götürdük. Getdi, polis gəlməmiş çıxaraq. Silahı göstərdi, gəlləri var. Elə bir al verdim, bunu geri qaytardım təzədən. Okay, gedək. Hayır, bu cür maşın, bu cür siqnalı var. Bir dəqiqə, saxla. Mənim nə qədər pulum var? 300 olur, eh, nə pul yox. Мазелем, мадам, 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 Ну дядь. О, господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Нас отвезет мой друг. Ага. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Кирос, неплохо. А это значит твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита, мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Привет, Вита. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Но ему понравится. Да уж надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Не бойся. Так, настройки гирей, аудио гирей, радио йог, музыка на отцах. Все увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали куда. Веди Койстер, Бэй. Окей. Getdik. Çəkildə yol. Ay, da imkan vermirlər ki, sürəy burada 2 dəqiqə. Не хватало за решёткой.
свободы. Понятно, кроме того. Я не знаю. Пьяных, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет, Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты, Вита, да ты что-то не возбудился. Давай. Не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки свое дело знают туго. Если ты забыл, что куда, они тебе лазом мигом все поставят. Лазом сейчас я нашел, Рона Вертельц, лазом дей. Блин, на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что еще надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Ты знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вита, ну что, гони давай, а? Чего это вытворяешь? Яхши Лина, сіз лазымы сөздерді аншанда, мен де вырарам, біз кәсімсе сізді жола дикет етіру. Мен башмы қаттым, мен башмы, нейсе. Сүгіре. Все, чатты. Вот. Ага. Не, тәрбиесі. Позғыншылы, биабырчылы, әхлақсызы ебас. Я говорил о тебе с Лео Галан. Типик Америка хаяты. 1950-й жылы. 1950 olmaz. Хәдә, 1950. Ну, слушай, между нами. Почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины. Но... Ну, так. Потому что, понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке. И... Я просто понял, что никто мне не поможет, только я сам. На ханан. Да, хорошо. Да. Все, детка, пиш. Так, Вита, слушай. Я работаю на Карла Фальконе, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята, и за общее светлое будущее. Мне сегодня много пить нельзя. Рэм, чхлэйк, кэлэн, кабага веррэм. Qabağa verirəm, çünki baxılmalı şeylər deyil, nəyəsə. Çıxdıq, işimizi gördük. Где моя машина? Dülp yandılar. Yo, Shirley. Oturun, gedək. Zavite Kopov, başına. Oturun, gedək. Вот алкаш, а? Вот она. Да? Oturun, да. Ладно. Эй, а ключи мои где? Vita поведёт, он из нас из всех самый трезвый. В следующий раз больше кисок, меньше пьянок. Bir gələn səfər çoxmu gözəllər, az piyancılıq. Okey, geçməmişdən qabaq fikirləşmək lazımdı. Getdik. Так что, Вита, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Başladılar yenə yüzünü açmağa. Фу, чем это воняет, Эдди? О, машина из Гуннеса и Геллер. Эдди, дыр, кусмус, а? Я в своей машине никогда не плюю. Дыр, мы хотим из машины кусмара. Чем тогда смердит в машине? Ну да, я унюхал. Наверное, Фрэнки Потс. Дыр, я не плюю в твоей машине? Чели, дыр, о самом машине кусмара. Да нет, он в багажнике. Дыр, а его багажом надо. Что? Не, не? Ты сам виноват. Я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить. Ты бы как-то сам один день нахтёшься, сам. Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике. Витя, успокойся, Айспета, что-нибудь придумаем. Общество багажда мейт бар. Что тут думать? Закопаем жмурик, и всё. Чё дышим, Витя, Витя, сахитляши, на индары, ёлбаба. Старый обсерватор. Лопата есть? Да, в багажнике.
Yere bir yere getirdik, köhne bir yerdi. Onu oraya bastırma. Bir sürü de çıllak patka var. Ладно, ладно, и где эта яма? За городом, близко. Нам надо проехать по лесу до полянки. Яма там. Давай побыстрее. O işte bir yamaya gelirik, onu atıp bastırmaya gelirik ki de görev başımıza da gelir. Ola bu ne sürmeydi, ola bu ne sürmeydi. Utandım özümden. Ola kısmalı gelir, ola kısmalı gelir. Ala neymiş bu? Oy, kaytarır. Eşek kim içəndə o qədər qaytaracaqsan da. Господи, откуда всё это лезет, а? Ой, чёрт. Я же вроде не ел кальмаров. Әнди мин тез олай. Бит не умеешь, а? Бит сабилмирсен, а? İçmək kişilik kim baxmışız, ə, gelin öz hızasına ki. Getdik. Bu nə hörmətsizdir, amma bir znaqı bax da, znaqı görmürsən. Çəkil görək səndə. Getdik, getdik. Aha, sür, 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 sür. Çatırıq deyəsən. Arsenal. 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 Так, мы на месте. Вита, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Мать вашу, ну мои ботинки. Господи, боже. Бога в душу, мать! Эдди, сколько он тут лежит? А, да пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Эй, вот же яма. Вот она. Яма burada. Бросай туда. Bir at yama burada da tulla yama. Tulla bak. Ay ne güzel. Наконец-то, Madonna. Так. А кто его зароет? Что? Погоди. Я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, проблема. На чем баста задали? Ладно, черт с вами. Her şey senliydi ama ikisi de lülgembe, lülpiyo. Hey parni! Dünyadan haber verdi. Ne хотите музыки, а? Они издеваются. Спокойной ночи, Бэбби, мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Спокойной ночи, Бэбби, давненько я в лесу не был. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу.
Все, бастырдык. Гидек, чыгып гидек. Вито, не переключай радио, понял? Это Дино. Вы что, издеваетесь? Люблю я эту песню. О боже, бедный Дино. Mahnı okuyana dedi de, mahnı okuyana yazıp adını yedim yazıp ona ki. Aha. Şuraya kaydak dedin evvel ki ya. Bunları eve bırakmak lazım. Çok şuna. Bir şey bilmek istedim. Ben radyonun sesini almıştım yaygın. Bir dakika. Audio. Musikanın sesini alalım. Musikanın sesini alalım. Geçenk, yol vermek biz geçenkdi. İrəliyək. Maşınız getmir. Ölə-ölə gedir. Bu nə maşında? Alanda bizə məlli maşını alıb da. ДТП. Водитель хочет скрыться. Да еле гидшим. Вас понял. Polisten uzaklaştı. Давай düş. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машину иди оставь тут, он на ней завтра домой Вито, поедет. Ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем. 3 часа ночи, заткнись, идиот. Заткнись, шлюха. Давай. Иди, с тебя хватит. Пора спать. Ну ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. Pəkə bilək. Demək, bura qədər videolarımı bəyənin. Bu hissənin də sonu, bu bölümün də sonu. Növbət hissədə, növbət bölümdə görüşərik. Özü yaxşı baxın. Allah amandır.